Так, сегодня профильная комиссия Госдумы пришла к выводу, что для лишения мандата Геннадия Гудкова есть основания. Это означает, что вопрос о досрочном прекращении его депутатских полномочий теперь будет вынесен на голосование. Дата пока не названа, но вероятнее всего это случится уже в пятницу. Несмотря на то, что в ближайшее время, как обещают, начнутся проверки незаконного бизнеса у всех депутатов, Геннадий Гудков все происходящее считает политическим заказом против себя лично. Из Госдумы Ольга Скобеева. Перед журналистами депутат 6-го созыва «Справедливо рос» Гудков появляется за 15 минут до начала заседания специальной думской комиссии с кипой бумаг, доказывающей депутатскую честность. Заговор и политическая травля – это интерпретация Гудкова. Наказание, как ему кажется, за походы на митинги. Охранные предприятия, к сожалению, уничтожены. Те предприятия, которые 20 лет создавали с трудом сотен и тысяч людей, уничтожены. Они уничтожены практически одновременно во всех регионах. Ничего не осталось у нас. Что-то осталось, но это уже с учетом постоянных наездов, налетов, постоянных проверок. Практически можно считать, что эти все объекты, заканчивают свою работу. Факт существования бизнеса сам Гудков таким образом не отрицает. Он долго рассуждает о рабочих местах. Только охранная фирма «Понтан» — это 3000 человек. Так или иначе, связанных с госслужащим компанией как минимум 6. Собственно, в этом и есть грубейшее нарушение. Парламентарий не может быть бизнесменом. Это противоречит закону о статусе депутата. Специальная комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах голосует большинством. Один депутат воздержался, 5 против — и 8 за вынесение дела Гудкова на пленарное заседание. Это значит, вопрос лишения мандата будет решаться голосованием. «Справедливая Россия» за Гудкова встала горой. Руководитель фракции направит обращение в Конституционный суд. Эта процедура не регулирована законом. Нет абсолютно прописанной законом ни процедуры, ни порядка. Нет оснований. Потому что все основания, с нашей точки зрения, которые приводят в конечном итоге к конституционно-правовой ответственности, санкции в виде лишения мандата, должны быть доказаны эти основания в суде, чего не было и пока, насколько я понимаю, не собираются. «Справедливая Россия» уже неделю наводняет, пока, правда, интернет, а не прокуратуру, информацией о бизнесе своего главного оппонента – «Единую Россию». По сведениям Миронова, тоже нужно проверить. Обращение к думскому спикеру, руководитель фракции, уже подтвердил. Писал. Я получил письмо и направил его и в профильный комитет, и в комиссию, которую возглавляет Владимир Абдуалиевич Васильев. Проверки в ближайшее время коснутся всех депутатов, но Гудков по-прежнему утверждает, что это сведение счетов. Сегодня подписан смертный приговор Государственной Думе с отсрочкой его исполнения на небольшой срок. То, что сегодня творится вот здесь, в этом зале, есть абсолютно четкий механизм политических репрессий. Это только политизированное дело. Можете ли представить, чтобы в Государственной Думе исключали из состава Думы по непонятной какой-то единственной бумажке? Мы с вами очень близко подошли к границе, которая отделяет авторитарный режим от диктатуры. У нас уже с вами был панк-молебен, у нас с вами уже был панк-суд. И у нас сегодня здесь панк-комиссия. Результаты специальной комиссии уже у Нарышкина. День голосования будет назван в ближайшее время. Уже известно, «Единая Россия» выступит за лишение Гудкова мандата. За проголосует и ЛДПР. В КПРФ консолидированную позицию пока не представили. «Справедливая Россия» проголосует, конечно, против. Впрочем, исход заседания очевиден. Большинство у «Единой России» — 238 голосов.